новости, скажем так, да? Сколько мы их обсуждали? Я... О-о-о! Плаки-плаки. Всем добрый день. Такая неожиданная история. В общем-то, закончил сейчас основной стрим. У меня сейчас идет огромная сессия проигрышных стримов. Я про... Да, видите, у Малстрой тоже сессии. Реально практически все бабки. Это прям очень даже грустно. Ну, ладно, главное, чтобы был доход, правильно? Там уже выберемся. Из последних новостей. Получается, вот переезд. Я вам особо даже ничего не снимал. Такой вот вид. Не, кстати, вид на самом деле интересный. Прикольно. Да, как Пабло Эскобар. Меня снова объявили в розыск. Вот, теперь уже задержание. И получается, если я окажусь... В день по 5,5 тысяч долларов за хату. У него хата стоит в день 5500 баксов. На территории Республики Беларусь либо России, то меня сразу же задержат и доставят в отдел. Такая вот возня. Это тоже не веселая новость, очевидно. Там где-то мне опять, я вроде не сохранил сейчас. Он тильт словил на последних стримах. Блин, ну давайте, короче, тогда постараюсь, если что-то будет интересное, позитивное, буду вам снимать. И еще, спасибо большое за 3 миллиона фолловеров. Так, подождите, сейчас, где-то там было, момент с его стрима, сейчас. Я не понимаю, что он тоже, не сохранился-то? Сейчас. Может, мне скинули? Может, вы скинете сейчас мне чего-нибудь? Где это вообще? Мэл топ. Ну-ка. А, во. А, нет. Это не то. Немножко. Да. Это тоже все не то. Так, ну-ка, по этим ключевым словам попробуем поискать. Мне просто кто-то скидывал момент с его стрима, где он жалуется и говорит, что и как вообще у него происходит. Но я опять каким-то образом момент. Вот. Скиньте кто-нибудь предложку, кто шарит, соответственно. Больше не ищи меня, больше не ищи меня. Я не... У меня сессия, мне, смотрю, тебя все равно любят. Ты ж не по 10 час стримишь, а хотелось бы. Так, это все тоже не то. Спасибо большое. Спасибо. Короче, ладно, я не знаю, я не могу найти. Ну, реально не могу найти. Я говорю, видео скиньте, мне скидывают новость, где просто картинки. Ну ладно, придется тогда картинками вам рассказывать, что у него происходит. Мэлстрой проиграл все деньги, и его выселяют. Андрей сообщил, что он дошел до дна, и деньги брать уже неоткуда. Клянчить деньги он больше не будет. Это финал. Мэл уже думал над тем, чтобы приехать в Москву, Минск и сесть в тюрьму. Вот, опять же, мне скидывали именно момент со стрима, где он это говорит. Но, видимо, это настолько сложно сделать, что вот невозможно. Придется читать. Сегодня нужно заплатить за отель, а в сейфах и везде ноль. Ну, знаете, может, это и к лучшему. Выгонят, потому что последние деньги в... Ну, как будто так и должно было быть. Сегодня меня выселяют последние деньги, которые могут долгануть, я долганул. Вот как-то так произошло, что я свою жизнь не ценю вообще. Ну, бывает, клянчи деньги, я ни у кого не буду. Пусть выселяют и депортируют. Я как будто готов уже на зону сесть. Отъеду и отъеду, сяду на 300 тысяч лет. Ну, окей, что я могу сказать. Не, а в чем проблема? В чем проблема снять квартиру не за 5000 долларов? Как будто я так и должен был сделать. Чего? Ну, должен был ебать себе хакасики. А? А? Вот. Ну, ладно. Тогда. Ни одна бонуска не купилась. Короче, ладно, я думаю, что все пиздец. Все у него нормально будет, как обычно. Сколько раз у него уже было такое, что якобы он все проигрывал. Все, ГГ, конец жизни. А потом, бац,
И не, из ниоткуда деньги появляются. У него по ревке там он сколько зарабатывает? Больше не ищи меня.